мои дорогие, с вами вновь Аня, вы попали ко мне на канал. И сегодня мне бы просто с вами хотелось поболтать, поговорить, пооткровенничать, рассказать о том, что произошло у меня за последнее время, рассказать о каких-то своих результатах, о каких-то достижениях, о тех планах, которые у меня стоят в ближайшем будущем, связанных с моей деятельностью. Так что, если вам интересно такого рода достаточно легкое видео, продолжайте смотреть. Так, ну что, и, наверное, нужно начать с того, что в октябре, 13 октября, мне исполнилось 36 лет, а до дня рождения я получила мастера Рейки. Я этого события очень ждала в своей жизни. Это было осознанно и, как правильно выразиться, это поистине было очень таким значимым для меня, так как Рейки, первую свою инициацию я получила больше 15 лет назад, и, скажем так, опыт уже очень-очень большой. Стать мастером Рейки для меня это было уже осознанно, но еще более впечатляющим, более откровенным, более будораживающим каждую частичку моей души оказалось инициировать людей. Вот это было просто вау. И каждая инициация, она особенная, и это, конечно, уже совершенно новый уровень познания самого себя, новое совершенно откровение, новое качество самого себя, потому что со своими учениками ты поистине растешь, это так, вот. Отпраздновала я 36-летие в кругу семьи. Ко мне приезжали мои друзья просто меня обнять, хотя я не отмечала. И затем я просто на протяжении всей недели принимала поздравления от своих учеников, которых я очень сильно люблю и которым я бесконечно благодарна. И до сих пор 29 октября, вот вчера, цветы, которые вы видите, принесла мне прекраснейшая душа. Девушка, которая ко мне приходит на тета-сессии, она мне пришла поздравить с днем рождения, поэтому у меня такой мой праздник, он до сих пор продолжается. Вот. Что еще очень важного в этом месяце? Для меня вообще всегда октябрь такой очень наполненный день, наполненный месяц, потому что ты подводишь итоги, и ты формируешь, закладываешь очень многое, скажем так, подведение итогов пробуждает тебя на реализацию, на создание чего-то очень нового, очень важного. И как когда-то я, ну, это, знаете, как можно сказать, переросла, а с другой стороны, это как росточек, который ты, зернышко, садишь в землю, и оно постепенно начинает прорастать и вырастает в красивый цветок. Вот точно так же со мной в один момент произошло и, например, с направлением в художественном, да, направлении, так как у меня есть и центр практики медитации, также у меня есть и художественная студия, в которой я и преподаю, и у меня преподают педагоги, и я преподавала песочную анимацию, песочную графику, и в один момент я поняла, что я уже выросла, и я начала преподавать, обучать педагогов.
для того, чтобы педагоги, обучая педагогов, они уже могли становиться профессионалами и работать в этой сфере. Вот точно так же я ощутила в себе ту невероятную силу и желание делиться с другими людьми своими знаниями, которые были приобретенные за очень долгий период моей жизни. Ну, практически, можно так сказать, что большую часть жизни я собирала по крупицам те знания, с которыми я буду делиться. И я создала я уже, наверное, лет так 5 назад, но оформила я только лишь сейчас авторский курс «Мастер энергопрактик», который впервые будет стартовать 19, 20 и 21 ноября. Что это будет за курс? Это будет курс, где я буду обучать специалистов и профессионалов, буду растить мастеров, которые хотят стать таковыми, мастеров-энергопрактиков. Это моя новая любовь, это там буду я вся проявлена, и я буду перекладывать, я буду растить, я буду перекладывать другим людям, делиться своими знаниями. Одно дело консультировать, и этим я занимаюсь каждый день, а другое дело, когда ты уже можешь видеть плоды, и когда твои ученики становятся мастерами, это особое удовольствие. Я особо прошу прощения за те шумы, которые происходят в коридоре, но сейчас это так, поэтому сделайте вид, что их нет. Я особое удовольствие получаю, когда я вижу, что ко мне приезжают со всего, с разных уголков России и не России, близко находящихся стран, на обучение педагога по песочной анимации. Я вижу, как они растут, я вижу, как они открывают свои школы. Меня это возбуждает, меня это в хорошем смысле этого слова будоражит, меня это вдохновляет, я кайфую. И здесь такая же история. Я хочу видеть очень сильных мастеров, и я хочу видеть тех людей, которые чувствуют внутри себя, что они являются целителями, но они не знают, куда бежать, они не знают, где получать знания глубинные, настоящие. И я готова дать им такую возможность. Вот. Будет 3 ступени. Первая ступень, это будет первая ступень, но они, в принципе, будут друг от друга совершенно не зависеть. Вот. На первой ступени человек будет получать прежде всего возможность познания, понятия, что такое мастер, будет получать возможность убрать все зажимы, которые мешают в работе с людьми и с другими. Мы копнем очень глубоко. Будет в первый день инициация в первую ступень рейки. Будет практика. Во второй день будет передача моей авторской программы «Чакральная гармонизация АЛ». Будет передача авторской моей программы по метафорическим картам. Как раз здесь немножечко их лежат. Art Magic AL. И я буду рассказывать и наглядно показывать, объяснять, как можно стать автором. И к
как создавать свои метафорические карты. Будет очень глубоко, будет очень много той информации, которую можно получить только от учителя к ученику, от человека, который наработал опытом, а не только сухой информацией, полученной от какого-то источника. Я всегда за опыт. Вот. Я сама такая. Я люблю получать знания от учителя, наполняясь этой энергией, наполняясь и пребывая в атмосфере, впитывая. Поэтому я жду. Я в предвкушении. Я верю, что первый поток, он будет очень мощным, очень сильным, проникновенным, и будет невероятная волна любви, которая окутает этих девочек и даст возможность их раскрытию и реализации. Вот. Все остальное пространство, все остальное время, оно, конечно же, если мы говорим про мое дело, оно посвящено консультированию, оно отдано консультированию. Я провожу сеансы рейки, провожу живопись. Не так много часов я отдаю преподаванию живописи, потому что у меня есть прекрасные педагоги, которые справляются с этой задачей. Вот, я провожу женские практики. Прямо сегодня записывала курс. Даже это не курс, это такое, как видео по изобилию, на тему изобилия, потому что эта тема очень востребована, это тема, которая мне очень мягко раскрывается, она очень мягко мне в пространстве показывается, и через методику тета, хилинга, потому что я буду делать акцент на тех убеждениях, которые блокируют изобилие. Я как раз сейчас в процессе записывания данного ряда видео. Вот. Я надеюсь, что за эту неделю будет записан этот блок. Он будет также представлен на, как бы, моей аудитории. Вот. Так что это вот те событийности, которые были буквально с конца октября, вот по сегодняшний момент. Какие-то долгосрочные проекты, о которых я могу поделиться, это то, что вот, быть может, по ту сторону экрана, те из вас, кто сейчас смотрит, слушают меня, вы будете именно этим человеком. Я сейчас открыта и приглашаю в свое пространство человека, который людей, да, это не будет не один человек, а людей, которые, находясь в разных городах, в разных странах, будут хотеть взаимодействовать со мной и будут являться организаторами выездных обучающих курсов именно по мастеру энергопрактиков. Поэтому если у вас это откликается, программу курса можно посмотреть на страничке моей личной, на страничке Центра практики медитации АЛ в Instagram. Там полное описание курса, ну и, соответственно, связавшись со мной, я полное описание пришлю. И все условия, все, что необходимо будет для того, чтобы мы могли вступить с вами в такое взаимодействие. Поэтому на ближайший год я планирую заниматься именно
этой программы, потому что это то, в чем я сейчас чувствую свое такое открытие, раскрытие, и я хочу это реализовать. Вот. Вот так. Я надеюсь, что вам было интересно послушать это видео. Что еще интересно вам внимать, слушать? Что интересно, какие сферы, чтобы я вам раскрывала? Оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Я с огромным удовольствием их буду раскрывать. С любовью к вам, Анна Лещенко. Пока-пока.